Тюфсик. А, Тюфсик. А, Тюфсик. Тебе просили передать персональные приветы. Один очень большой привет от Светланы с канала «Нескучная жизнь». Еще один двойной даже, персональный привет из Харькова от кошечки Моти. Слышь меня? От кошечки Моти тебе. И еще два персональных от Яши и Кирочки. Это попугайчики. Скажи, попугайчики, это, пожалуйста, к Фоксику. Он очень нас любит, птичек. Вот. Еще один большой-пребольшой от Наташи и Дануси. Они прям, ну, вот так бы тискали тебя и тискали. Поэтому я тебя тискаю и тискаю. Ну, может быть, Дануся тебя немножко по полям и по огородам погоняла бы. Но вы бы подружились. Так что передала персональные приветы. Вроде бы от всех. Еще Фоксику там множество приветов, обнимашек. Ой, а я загрузила таки машину. Завтра еду на... Ой, завтра еду на ярмарку. Столы, стулья, все необходимое. Сейчас 8 вечера. Целый день не высовывалась на улицу. Такая жара невыносимая. Ой, сделала такие кремики на основе пчелиного воска. Мыльце мое. Вот там еще новое мыльце, которое я немножко по-другому решила паковать. Куча всяких других мыл взяла с собой. От солнышка такая штучка. Взяла еще всякие там перчатки. Не знаю, как он будет себя вести в эти наши царско-королевские времена. Честно слово, не знаю. Фоксик, и тебе большой-большой привет. Практически от всех моих подписчиков. Все тебя обожают, бандита. Все тебя уважают. Ну, что ты ревнуешь? Я ж тебе только что первому передала приветы. Первому. Не ревнуй, Тюфсик. Вот. И все тебя хотят погладить, Фоксик. Ну, практически все. Да? Да. Ой. Ревнивец рыжий. Не рыжий, полосатый. Ну все, ты скажи, жарко. Так жарко у нас, да. Целый день не видела. Вот сейчас только, даже сейчас по тенечку ползают. Львы мои в саванне. Он один. А вон там он второй лежит. Возле машины. Вечер. 20:00. И до сих пор жарко. Да, Тюфсик, жарко. Так что сейчас поеду, скупаюсь на озеро. Так сказать, остыну. Вроде я все сделала. Так что ждет меня завтра ярмарка. Еще раз привет. Честно говоря, такая жара. Я в такой майке алкоголички. Хочется вообще полностью раздеться. Сейчас поеду, скатаюсь. Хоть немножко про это самое. Про. Проветрюсь. Потому что, ну, очень жарко. Прям вот невероятно. Помыть окно немножко. По-моему, еще хуже сделала.
месяц. Завтра вроде дождик обещают, но не знаю. Я палатку не паковала. Нет у меня сил ее разбирать, собирать, потому что пока ты ее соберешь, пока поставишь, последние силы уходят. И потом, когда уже надо торговать, то ты сидишь не то, что это самое, аж вздохнуть нет сил. Машины меняются. Одни уезжают, вторые приезжают. Так. Ну, это вчерашняя стояла. Лес, лес, лес. Завтра обязательно искупаюсь в море. О, такая красота. Лодочка. Воды все так же много. Ой. Лепота. Я искупнулась так хорошо, прям вот вообще. Вроде как все устало с него. Ну не все, половину. Все, наверное, хрен с тем. Ничего не снимет. Ой, но все равно хорошо. Водичка плескает. Там. Ой, хорошо. Барханы подводные. Не знаю почему, но мне кажется, воды все-таки как-то прибавилось. Потому что мы вчера были... Вода до лодки не доходила каких-то 10-15 сантиметров. А сейчас она уже под ней. Уходить не хочется совсем. Хочу сказать одно. Не знаю, было ли это спрогнозировано или еще как. Но в связи с этой, в связи с нашими коронными временами, и в связи с тем, что границы закрыты, и все сидят в своих сотах, то в Норвегии это лето просто шикарное. Ну, во всяком случае, вот эти предыдущие недели, это просто вот фантастика. Вроде говорят, чуть-чуть похолодает, но это прям самое настоящее лето. Это просто вот подарок COVID-19. Так что во всем есть своя прелесть.
можно сказать, практически конец июня. Плюс 25, туда ехала, было плюс 26. Сейчас плюс 25. Лепота. Пиончики мои почти отцвели. Еще чуть-чуть и отцветут лилии. Сидит встречающий Фоксик. А, Фоксик? Что такое? Что случилось? М? Фоксик, что ты возмущаешься? Скажи мне, пожалуйста, что ты ходишь кругами? М?